Отопление, мастерские, обновленные кабинеты. В Караганде сейчас самая горячая пора в образовательных заведениях перед началом учебного года. Подходят к завершению ремонтной работы, и депутаты проверяют качество и объемы. Подробности в следующем сюжете выпуска. Гимназия номер один – одно из старейших учебных заведений в городе. Здание построено в 1938 году и остается уютным и современным благодаря своевременным и регулярным ремонтно-восстановительным работам. Школа очень старая, она практически является сейчас ровесницей города. Вот. А у нас уже был текущий ремонт, капитальный ремонт был запланирован в 2016 году. Ремонты, работы были произведены фасада здания, были произведены кровли здания, вот, и отопительная система на первом этаже. В этом году тут в летний период провели текущий ремонт отопительной системы в подвале на втором и третьем этажах. Теперь проведенной работы хватит надолго. Средства выделялись за счет подушевого финансирования, и экономия позволила осуществить дополнительные преобразования – ремонт кабинетов физики, химии и биологии. Это за счет экономии мы сделали, да. И адаптацию, вот вы видели в этой желтой линии на втором этаже и на первом этаже, там туалет стали расширять. Это адаптация для инвалидов. А сколько инклюзий у вас? У нас нету. Нет, но адаптация должна быть. За счет сэкономленных средств также намерены освободить и переоборудовать одно из помещений в кабинет. Дело в том, что мощность первой гимназии 400 учеников, но фактически тут обучаются более 600. Разгрузить образовательное учреждение намерены еще и за счет столярных мастерских в отдельно стоящем помещении. Тут в этом году также провели ремонт, который оценили депутаты. Раньше здесь был склад всего ненужного, а теперь помещение получит новую жизнь. По словам руководителя, есть необходимость в дополнительных объемах работ, но их оставят уже на следующий год. Нам необходимо оснастить кабинеты технологий девочек и мальчиков. Нам нужен ремонт текущий теперь столовой. Вот. Потому что не было при капитальном ремонте, к сожалению, не было возможности отремонтировать столовую. Но вот это две первоочередные задачи, которые нам необходимо сейчас выполнить. В целом народные избранники остались удовлетворены степенью готовности гимназии к учебному году, дали свои рекомендации и высказали пожелания. Ирина Вабищевич, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 канал.